тревожат ли тебя тайны из прошлого? Хочешь поделиться ими? Но что-то тебя держит. Вернись, Кида! Ты не закончила работу! Нет! Стойте! Не подходите ко мне! Остановись! Все кончилось? Я вернулась? Агент Кидман? Мы проснулись. Эй, послушайте! Что происходит? Где я? Боюсь, что я не могу вам ответить. Издеваетесь, что ли? Пустая трата времени. Нам нужен этот парень. С ним мы сможем все изменить. Я приведу его. Ты без меня знаешь, что провал недопустим. Я знаю. Но если Рувик выйдет вместе с ним, должен быть способ остановить его. Общество тяжело больно. Люди страдают, теряют надежду. Ты была такой же, пока мы тебя не спасли. Мебиус может спасти всех и каждого. Стэм объединяет подсознание людей в единое целое. И тот, кто находится в его центре, может воздействовать на них напрямую. Лучший из возможных инструментов – чтобы изменить и возглавить мир. Обществу нужен новый опекун, и Мебиус возьмет на себя эту роль. Начнется новая эпоха в истории человечества. Я знаю, что ты там. Ты знаешь, почему этот мир такой? Ненависть. Ненависть. Ненависть Рувика. Она пожирает его изнутри. Он хочет вырваться. Хочет отомстить. Он хочет вернуть то, что мир отнял у него. Кто это? Откуда он знает о Рувике? У нас хватает влиятельных покровителей. Однако такие объемы человеческих потерь рано или поздно привлекут к нам внимание общественности. К нам нагрянул кто-то из полиции Кримсон-Сити. Женщина. Имени я не помню. В любом случае, я не желаю иметь никаких дел с полицией. В Мёбиусе сказали, что сами во всем разберутся. Они сделают так, чтобы полиция оставила нас в покое. А еще есть этот репортер Crimson Post. Айван или как его там. Он мне изрядно досаждает. Он обычный бульварный журналист. Строчит статейки про жертвоприношения в церкви и прочий подобный вздор. Но в эту историю с пропавшими пациентами он вцепился мертвой хваткой. Будь я проклят, если позволю этому писаке докопаться до правды. Возможно, эту проблему мне тоже поможет решить Рубин. Пожалуй...
Стоит пригласить господина репортера на эксклюзивное интервью. Лесли! Если я еще здесь, значит, и он никуда не делся. Жаль, что не втянули тебя. В любом случае, ты мой. И принадлежишь мне. Себастьян. Он сейчас наверняка не здесь. Черт, он тут совершенно ни при чем. Мёбиус. Меня словно что-то притягивает туда. Это вам пригодится. В теории, хозяин может записать себя поверх пользователя. Однако вероятность совместимости мала. Но этот паренек, Лесли... Вы говорите, что он совместим? Да, и судя по записям Рубина, Лесли может стать источником энергии для системы STEM. Проведите испытания, выясните, что необходимо сделать, чтобы получить из них чистый лист, который нам необходим. Они знали. Они знали, на что способен Лесли. Черт, почему они скрыли это от меня? У нас тут был терминал STEM на самом нижнем этаже. Если Лесли здесь, как и я, то он, скорее всего, направился туда. И, возможно, это выход отсюда. Сюда! Дальше не пройти. Электричества нет. Придется включать обратно.
Почти ничего не видно. Химический источник света? Все лучше, чем ничего. Химический источник света? Все лучше, чем ничего.
Должен быть способ остановить его. Должен быть способ остановить его. Активирована резервная силовая установка. Перезагрузка системы безопасности этажа. Активирована резервная силовая установка. Перезагрузка системы безопасности этажа.
Произошло нештатное отключение систем. Каждый терминал нужно восстанавливать вручную. Проявите терпение. Нашли время заставлять меня ждать. Не надо было с ним работать. Он был одержим жаждой мести, но никогда не говорил, кому именно он хочет отомстить. Мы обнаружили, чем он занимался втайне от нас. Пытками. Он обожал ловушки. Серийный убийца, маскирующийся под ученого. Идет перезагрузка системы. Спасибо за ожидание. Его поведение стало более агрессивным, а методы работы еще более извращенными. Да Винчи препарировал трупы, чтобы расширить свои познания в анатомии, но Рубин пошел гораздо дальше. Он требует, чтобы его подопытные были в сознании во время препарирования. Якобы только так можно увидеть истинные реакции мозга. Он скорее мясник, нежели художник. Но мы здесь прежде всего ученые и должны ими оставаться. Я с молодых лет учил его, что цель оправдывает средства, но и представить себе не мог, что он пойдет на такие крайности.
Из-за моей неосмотрительности Мёбиусу стало известно о его участии в экспериментах. Я попросил, чтобы его тоже привлекли к научной работе. Быть может, современное оборудование и почти неограниченные ресурсы отвлекут его от столь кровожадных наклонностей. Эта машина была предназначена для меня. Люди вроде тебя лишили меня жизни, превратили меня в чудовище. Эта машина наконец-то позволит мне вернуться. Я смогу жить так, как этого заслуживаю. Мы готовы простить тебя. В обмен на то, что ты можешь нам дать, мы готовы закрыть глаза на некоторые твои особенности. Но ты испытываешь наше терпение, наши люди, наши ресурсы не для твоих жалких фантазий. Ты откалибруешь машину так, чтобы мы могли использовать ее без тебя. А если я откажусь, думаете, Хименес сможет ее починить? Ха. Я вам нужен. И никуда вам от этого не деться. Рувик. Нет. Рубен. Именно здесь он проводил исследования для нас. Мы его попросту использовали. И наверняка он не первый. Отпустите меня! О, боже. О, боже. О, боже. Стойте! Отстаньте! Не трогайте меня! Отпустите меня!
система допусков. Это займет некоторое время. У меня нет на это времени. Система готова. Система допусков. Это займет некоторое время. У меня нет на это времени. Система допусков. Это займет некоторое время. У меня нет на это времени. Система готова. Черт! Послушайте приятную музыку во время ожидания. Послушайте приятную музыку во время ожидания. Да вы издеваетесь! Ну же!
спасибо за ожидание. Желаем вам продуктивного дня. Думаю, я уже в порядке. Какого? Что вы сделали с Рубином? Покажите. Не надо похвастаться, Хименес. Он сам во всем виноват. Мы дали ему шанс. Где он? Если вы действительно хотите знать, в соседней комнате. Любуйтесь.
Это омерзительно. Чудовищно. Омерзительно? И это говорит человек, проводящий опыты на собственных пациентах. Как иронично. Но даже вы должны понимать, что мы можем с этим сделать. Это значит, что STEM будет работать. Мы сможем продолжить эксперименты. И ваша помощь будет еще более ценная, чем раньше. Весь этот проект. С самого начала он был замешан на лжи.
То, что ты видишь, один из первых прототипов системы STEM. Для него требовался физический контакт между пользователем и хозяином. Но в маяке находится более новая версия с беспроводным передатчиком. Пользователь просто слышит высокочастотный звук, и все, он вошел. Говорят, Хименес собирается использовать ее без разрешения. Мы хотим провести испытание так, как нужно нам, а не ему. Тот звук в патрульной машине. Тогда Хименес и активировал систему. Джозеф, Себастьян, Оскар. Их всех затянуло вместе со мной. Стэм в маяке. Все началось именно там. Значит, оттуда можно... Есть некоторые вещи, о которых лучше не знать. Особенно тебе, Кид. Задаешь много вопросов, забываешь о задании, уклоняешься от ответственности, как и всегда. Нет, это неправда. Вы меня не знаете. Это очевидно. Но мы должны убедиться, что ты выполняешь приказ. Вы лжете. Скрываете правду. Я не могу вам верить. Не могу. Твое дело не доверять, а подчиняться. Команду ты попала не случайно. Кастелланос, Ода, они ничего не знают, но ищут ответы. В смысле, ищут нас? Одного из нас. Но, возможно, это наш шанс их ликвидировать. Когда все вы окажетесь в одном месте, у нас появится возможность. Полицейский участок. Почему я здесь? Похоже, это происходило задолго до моего появления. Все такие молодые. Но в досье Себастьяна ни слова не было про то, что он женат. А уж про ребенка тем более. Похоже, это происходило задолго до моего появления. Все такие молодые.
но в досье Себастина ни слова не было про то, что он женат. А уж про ребенка тем более. Надо поговорить. Ты со своими теориями заговора переходишь все границы. Не стоило выкладывать это капитану. Джозеф, я вышел на след. И уж ты-то не должен скрывать от меня правду. Я не скрываю, Себастин. Я пытаюсь помочь. Я хочу помочь. Но ты должен серьезно все обдумать. Твоя дочь, ее смерть стала ударом для всех. Но твоя жена... Джозеф, Майра ушла. Она ушла. Ушла тогда, когда мы были нужны друг другу. Что заставило ее так поступить? Я должен выяснить. И плевать, какой ценой. Сначала дочь, потом жена. Одно за другим. Неудивительно, что он всегда был замкнутым. Джулия Кидман? У нее же нет опыта. Нам ничего о ней не известно. Отправь ее опрашивать свидетелей. Пусть изучит полевую работу. Нет, она пойдет с нами. Я буду ее обучать. Я за нее отвечаю. Слушай, я знаю, что для тебя это личное. Мне тоже не нравится говорить об этом. Но нельзя допустить, чтобы твое чувство вины осложняло нам работу. Себастьян, его с Джозефом вообще не следовало втягивать. Все должно было быть иначе. Это Кримсон. Не может быть. Маяк. Надеюсь, я доберусь туда раньше него.
сюда! Эй! Сюда! Маяк уже близко. Нельзя останавливаться. Вот здесь вы будете жить. Хороший вид отсюда, правда? Обалдеть это! Я к такому не привыкла. Видели бы вы, в каком доме я росла. Все это в прошлом. Теперь вы с нами. Вот ключи. Они ваши. Еду, одежду и прочие необходимые вещи вам нужно будет покупать самостоятельно. Но средства на вашем банковском счете покроют все расходы. Так, это все? И что мне теперь делать? Все, что пожелаете. Но в первую очередь вы должны сосредоточиться на своей работе в полицейском управлении Crimson City. Вы сотрудник полиции и должны жить и вести себя подобающе. Я редко это говорю, но... спасибо. Не надо нас благодарить. Мы все это делаем не просто так. У вас есть особое задание. Все это – плата за его выполнение. Точно, вы правы. Извините. Не извиняйтесь. Просто докажите, что подходите для этой работы. Я все равно вам благодарна, хоть вы и говорите, что не стоит. Не знаю, что бы со мной стало, если бы вы не взяли меня к себе. Знак. Может, это мой единственный выход отсюда? Thank you.
Thank you.
твой последний шанс, Кида. Не подведи нас. Приведи нам мальчишку. Хватит! Вон из моей головы! Себастьян и Джозеф, я втянула вас во все это. Что я натворила? Thank you.
сюда! Не буду больше убегать. Thank you.
Все, не буду больше убегать. Все, не буду больше убегать. Тебя послал Рувик? Ну, надеюсь, он все правильно поймет. Кидман, ты там? Себастьян? Кидман, это я. Если бы не ты... Благодарить будешь позже. Возможно, это еще не все. Себастьян, что? Не подходи. Я за нее отвечаю.
Прости, что втянула тебя в это. Я не хочу причинять тебе больше вреда, чем уже причинила. Он пытается остановить меня с твоей помощью. Слишком торопишься достать пушку, Кид. Что ты собираешься делать? То, что должна. Нет. Ты будешь делать, как мы скажем. Ты вернешься с мальчишкой, или тебя не станет. Действительно думаешь, что твои силы остановит нас? Черт побери, хватит! Ты не понимаешь! Действительно думаешь, что твои силы остановят нас? Черт побери, хватит! Ты не понимаешь! Нам не нужны твои извинения, Кид. Ты бежишь, потому что ты слаба. Ты боишься нас. Действительно думаю, что твои силы остановят нас. Черт побери, хватит! Ты не понимаешь! Нам не нужны твои извинения, Кид. Действительно думаешь, что твои силы остановят нас? Черт побери, хватит! Ты не понимаешь! Нам не нужны твои извинения, Кид. Действительно думаешь, что твои силы остановят нас? Черт побери, хватит! Ты не понимаешь! Нам не нужны твои извинения, Кид. Ты бежишь, потому что ты слаба. Ты боишься нас. Что это за хуйня? Не может быть. Заведется? Сейчас узнаем. Черт! Что ты делаешь? Отвечай. Это место.
слышь, пацан. Или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх.